tinha a necessidade de tomar uma ferramenta. Portanto, lá tinha uma necessidade de pessoas que tinham de parte, e depois tinha que ter uma ferramenta para expulsar a situação. Acordou, desnaste a fazer um teste, a cidade está aberta, a pessoa foi do lado de Tiena, que é o que se pediu, Tiena, que se tornou uma saída. Depois passaram a se pensar em sentar, e a pessoa foi sempre para o final. Foram com o seu despejo e este предложение при заседании Святого Совета. Нет возражений? Нет возражений. Считаем заседание Совета открытым и приступаем к работе. Значит, на повестке дня защиты диссертации Дерябин Андрей Юрьевич, ведущий инженер-технолог пресного производства Арконин СНГ и аспирант кафедры работ металлоковления Тамарского университета. Тема диссертации «Совершенствование технологии прессования после маленьких клубков, а только по назначению из крупнодеформируемых алюминиевых сплавов». Работа представлена с высокоэффективным усилением кандидата физики наук, специалистом 5.209 технологии и машины обработки давления. Работа выполнена кафедрой обработки металлов давления Самарского университета. Научный руководитель доктор технических наук профессор Кардин Владимир официальные абоненты, доктор технических наук, профессор Лодинов Дмитрий Николаевич, профессор кафедры обработки металлов давления, федерального депутата Татарного государственного учреждения управления, Уральский федеральный университет имени первого президента России, Борис Николаевич Ельцин. И кандидат технических наук, доцент Тупикова Евгений Николаевич, доцент кафедры СВАКа, обработки материалов давления и родственных процессов. Федеральный государственный бюджет Российский институт легких сплавов. Пожалуйста, я попрошу. Содержание представлено через какие-то документы. В дискуссионный совет поступили следующие документы. Заявление от директора Андрея Юрьевича с просьбой принять предварительное рассмотрение писательских текстов выполненных на работу над фильмом «Совершенствование технологии приставания по предварительным крутов ответственного значения и струнных запланированных алюминиевых сплавов». Специальность на 5 минут. Отдельный копий диплома о высшем образовании, представитель 2000 году окончил Самарский государственный космический университет по направлению обработки металлопромышленности. Справка о сроках обучения в аспирантуре и сдачи кандидатских экзаменов. По английскому языку отлично, по специальной дисциплине отлично, по истории, философии науки, технической науки хорошо. Заключение Самарского национального исследовательского университета, которым отлично сделано заключение о том, что работа является завершенной и дана рекомендация для представления институтной работы в защите. Институтом деле имеется заключение экспертной комиссии в составе Попова Григория, Андрея Владимира Становича, просто Владимира Становича, проект по системе антиплагиат показал, что оригинальный спектр диссертации составляет 96%. Тема содержания работы соответствует паспорту специальности на 5.2.9 по пунктам 1.3 в области исследований. Диссертация отпуск заимствованный материал и ссылку на автора или источник заимствования. Диссертация отпускает недостоверные сведения, опубликованные соискателем работы. Текст диссертации, представленный советом, напишен текст диссертации, размещенный на сайте Самарского университета. Комиссии сделан вывод, что рассматриваемые диссертации представляют собой законченную научно-публикационную работу, соответствует критериям, предустановленным положением о присуждении членов комиссии, предъявляемым кандидатом диссертации. Данные рекомендации о приеме работы защиты. Экспертной комиссии подготовлены проект заключения дисциплинарного совета. Представленные документы и материалы соответствуют установленным требованиям. Так, вопросов нет, собирали материал? Нет. Хорошо, тогда, Андрей Юрьевич, пожалуйста, слово для доклада. Ответственного назначения и струнных формирования, как минимум,
до недавнего времени прессованные термообработанные платки изготавливали диаметрами класса 250 мм. В последнее время увеличилась динамика необходимости производства крупных валютных платков, что видно на примере выпуска данных платков на аргоник ТМЗ. На аргоник ТМЗ имеется возможность изготовления крупногабаритных прессованных платков из высокопрочных алюминиевых сплавов на уникальных горизонтальных гидравлических прессах усиленным 120-200 мегаметров. Прутки прессуются прямым обратным методом. Способ производства влияет на свойства и структуру прутков. Анализ напряженного формированного состояния холодного прессования мелкогабаритных прутков прямовых вычисков в недавнее время проводили в основном экспериментальными методами визуопластичности и МОАР для случая плоской деформации и методом координатной делительной сетки для остеосимметрической деформации. Метод конечных элементов не применялся. В ряде научных работ коэффициент вычистки равен 10 определен как минимальный и определяет указанную неравенство. Для прессования крупных балетных прутков с вычистками более 10 необходимо проектирование и изготовление прессов больше, чем усилий, что на данный момент не реально. Поэтому оптимальным является переход на прессование с минимально возможными коэффициентами вычистки. В литературе имеется информация о назначении высоты пресс-остатка для контейнера диаметром до 500 мм. На производстве в данный момент отсутствует комплексный анализ влияния различных логических параметров на момент образования центральной пресс-остатки. Основным фактором для назначения высоты пресс-остатка является диаметр контейнера. Отсутствует формула для определения высоты пресс-остатка в момент образования центральной пресс-остатки. Отсутствие методики определения высоты пресс-остатка приводит к образованию мутяжных глубинных врагов и снижению выхода воды. Деформация при прессовании крупногабаритных кусков распределяется неравномерно, и необходимо знать характер данного распределения. Цель работы – получение гарантированного уровня механических свойств повышения выхода горла при прессовании крупных балетных кусков формируемых алюминиевых сплавов с малыми вычисками. Задача следует – провести численное моделирование напряженно сформированного состояния, регламентирующих технологические возможности прямого прессования крупных балетных кусков и малых вычисков. Указать дополнительные возможности применения моделирования с использованием метода конечных элементов при исследовании влияния температуры на скоростного и дистанционного режима прессования, как в отдельности, так и в комплексе. Также комплексный анализ влияния различных факторов на образование центральной пресс-остатки в момент ее начала образования, обосновать выбор размера пресс-остатки конкретно. Разработать технологические рекомендации по прессованию термической обработки в промышленных условиях крупных балетных кусков диаметром от 500 до 600 мм. Гарантированным уровнем механических. Для проведения численного моделирования качество интегральных характеристик выбранной интенсивности напряжения и интенсивности деформации. По этим параметрам можно провести анализ зон активных и затрудненных деформаций. На рисунке представлены поперечные сечения, расположенные в чудесной подготовке, расположенные на различных состояниях от канала МА. Также указаны граничные условия, при которых проводилось моделирование. Проверка адекватности компьютерного моделирования проведена путем сравнения графика фактического усилия, полученного при прессовании прутков диаметром 450 мм из сплава 775, графиком расчетного усилия, построенного при тех условиях программы ТИФОР. Анализ показывает, что проведенные расчеты адекватные и погрешность на стадии сверхтоки не превышает 15% и на основной стадии прессования не более 10%. На рисунке показано распределение интенсивности деформации в различных поперечных течениях фугатуры. Течение 1 максимальной деформации расположено около стены контейнера за 10 сил трения и в центре. В середине значение минимальное. В течение 2 и 3 характер распределения пропорционально.
По мере перешения канала матрицы сечения 4, характер структуры информации становится неравномерный, как по перетине сечения, так и продукт. Минимальное значение информации в области стен контейнера независимо от коэффициента вычетки. А в центре наблюдается рост информации, зависит от коэффициента вычетки. Чем больше коэффициент вычетки, тем больше информации. Максимальное значение расположено на расстоянии, соответствующем размеру. Распределение консенсусных решений в сечении 1 и 3 достаточно одномерное, а в сечении 4 максимальное экстремальное значение находится на кромке. На следующем слайде представлено распределение консенсусных информации в рисованном уровне. На рисунке указаны поперечные сечения в кутке, расположены на различных расстояниях канала матрицы. В сечении 5 максимальная информация положена около на поверхности, минимальная по мере удаления от канала матрицы информация уменьшается. В течение 7 при вытяжках 5 и 2 и более распределение информации более равномерное, чем при вытяжке 2 и 6. Распределение консенсусного напряжения в течение 5 уменьшается от центра к поверхности. По мере удаления от канала матрицы консенсусное напряжение значительно уменьшается, достигая постановлевых значений, что означает о полной раскрытии. Чем больше вытяжка, тем быстрее происходит дефракция. Расчеты показали, что процесс разгрузки происходит на расстоянии, соответствующем диаметру кубка. Оценку распределения механических свойств по сечению кубков проводить на образцах, вырезанных в любом направлении расстояния на четвертой поверхности в центре. Прочностные свойства увеличиваются от центра к поверхности. При вытяжке 2,6 наблюдается максимальный градиент изменения прочностных свойств. При решении второй задачи проведено исследование и сделано следующий вывод. Распределение температурного поля в течение 1,3 характерно одинаково при различных вытяжках и скоростях истечения. При увеличении скорости истечения до 3 наблюдается существенное увеличение температуры по системе контейнера до 10-5. На распределение температуры по стечению основную роль играет температура нагрева. Отмечено, что чем выше температура нагрева, тем больше градиент изменения температуры в центральном стечении. В процессе всего прессования наблюдается постепенный рост температуры на кромке матрицы, достигая максимальных значений на исключительном этапе прессования из-за увеличения давления в четвертой пластической формации. Данное исследование необходимо, чтобы исключить от врагов ПКО и трещина в крутке. Проведено планирование многофакторного эксперимента. Составлена матрица планирования. Рассмотрено влияние температуры, давления и скорости течения как по отдельности, так и сравнительности. Для выходных параметров получены математические модели. На температуру на кромке матрицы наибольшее влияние оказывает температура нагрева и в меньшей степени скорость течения. При решении третьей задачи рассмотрено распределение радиальной скорости при различных коэффициентах вытяжки, коэффициентах трения и углах конуса матрицы. Прессование с трением увеличивает высоту пресс-остатка. При использовании конусных матриц увеличивается радиальная скорость проводимого направления, что приводит к снижению высоты пресс-остатка. При прессовании с вытяжкой 3 объема металла, расположенного на канале матриц, становится недостаточным, что приводит к увеличению высоты пресс-остатка и уменьшению выхода воздуха. Исследование осевой скорости подтверждает результаты исследования радиальной. Рассмотрено распределение нормальных осевых касательных напряжений при различных коэффициентах вытяжки, коэффициентах трения и углах конуса. Прессование с трением увеличивает осевые напряжения, использование конусных матриц снижает осевые напряжения, а прессование с увеличенной вытяжкой приводит к росту осевых напряжений. В момент
также проводил сравнение при прессовании с контейнеров 500 по 650 мм с коэффициентом вытяжки, соответственно, 7,2-13. Давление, затраченное при прессовании с контейнером 650, значительно выше. Скоростные свойства на поверхности вышли при использовании контейнера 500, а в центре скорости практически одинаковые. Макроструктура при прессовании с контейнером 500 примерно методом однородной многозернистой, а при использовании контейнера 650 наблюдается крупный кристаллический ободок как цикорного, так и спружного конца. В данном случае целесообразно было выбрать прямой метод прессования с контейнером 500, потому что технологический цикл термообработки крупных поверхностных цепов при проведении опытных работ представлен у нас. Проведено исследование изменений пределов текучести по длине пристопки и пресечения диаметра пульта сплава с 75. С выходного конца пристопки предел текучести выше, чем стекло. А во всех поперечных сечениях наблюдается увеличение пределов текучести от центра к поверхности. Данное исследование позволило назначить величину обрезки сухожилого конца. При отработке опытной промышленной технологии давление крупногабаритных цепов с применением сплава с 75 путем корректировки режима термообработки удалось стабилизировать и повысить уровень механических свойств и сторону цепов. Данное исследование позволило уменьшить отработку по механическим свойствам повысить уровень. Также проводилось исследование микроструктуры крюков с плавками 75 диаметрами 375-450 мм с выходного конца пристопки на старте 100%. Как видно, с выходного конца все равно более крупное, чем с выдержного конца. А увеличение диаметра крюка, соответственно, уменьшение коэффициента вытяжки, также приводит к росту зерна как с выходного конца, так и с выходного. Анализ стабильности уровня механических свойств, проведенной программе НИТАП, показывает, что свойства стабильны и процесс управления. В заключение. Процесс прямого прессования крупных валютных крупных цепов с попрочных алюминиевых сплавов в интервале коэффициента вытяжек в вашей здесь плане сопровождается значительными изменениями распределения интенсивности напряжения информации как в очаге пластической формации, так и на выходе из него. И одинаковые скорости прессования размеров и давления. Температурное поле при прессовании крупных валютных крупных пучков по малопытчику в значительной степени зависит от температуры нагрева заготовки и в меньшей степени от скорости испечения. Проведен анализ распределения радиальных осевых и полных скоростей течения металла, а также среднего нормального напряжения, нормальных касательных действующих на контактной поверхности цепь пешает в зависимости от технологических и конструкционных параметров. Получена математическая модель, связывающая высоту пресс-остатка в зависимости от основных факторов процесса. Предложена аналитическая формула, как функция коэффициента вытяжки для выбора высоты пресс-остатка для конкретных условий прессования крупного поверхности. Разработаны технологические рекомендации по совершенствованию прессования и термической обработки крупным поверхностным цепом диаметрами от 200 до 600 мм с гарантированным уровнем механических свойств. Разработан стандарт предприятия и три технических условия на поставку крупных поверхностных цепов из крупных формированных алюминиевых сплав диаметром до 600 мм. Так, вот так. Так, спасибо. Пожалуйста, вопрос к Андрею Юрьевичу. Да, профессор Попов, Викторович, пожалуйста. Погромче. На производство начали сходить заказы на производство крупногабаритных брусков. На этапе освоения мы получали неудовлетворительные результаты испытаний механических свойств. Были постоянные рекламы от заказчиков о том, что свойства не соответствуют заявленным. И в результате было необходимо провести работу.
ограниченные условия, необходимо будет получить минимальный уровень медслоя, который требует заказчик. Так как мы изготавливаем грудки, которые больше по размеру, чем те размеры, которые указаны в стандартах, то заказчики предъявляли свойства более высокие. И вот нам был, необходимо было увидеть минимальный уровень механических свойств. Нет, не меньше за одно. По максимуму ограничений не было. Да. Прочность, предел прочности, предел вспышки и относительное удлинение. И также макроструктура не должна содержать углов, для них пришла в металлической оболочке. Таких ограничений не было. Да. Такие ограничения были по изготовлению пухов на внутренний рынок и сплав в N5. Там уже есть пирки. Минимальные и максимальные. Но в данном случае на имеющихся даже наших уникальных местах невозможно проводить прессование с большим процентом грифа, так как из максимального контейнера, который имеется на производстве 1100 мм, только 2,5 грифа грифа максимальный можно обеспечить. Чем вы варьируете? Проводили опыты при прессовании, при различных температурах прессования, скоростях и течении. А также изменяли режимы термообработки при закалке и старении. Мы рассматривали преследование круглые кутки, поэтому
Thank you.
она уже переработана, и именно на поверхность как раз остается максимальное значение. А вы же видите, в процессе как управлять? Нет, ну даже при моделировании можно задавать различные параметры, курс поменьше.
форма обучения была заочная. Ну, за время обучения вот, в Страсбурге работа на диссертации, он уже показал вот, качество, которое присуще ну, современному исследователю. Это трудолюбие, пунктуальность, дисциплинированность. И это вот, позволило ему ежегодно выполнять вот, сорокоуровневый индивидуальный план аспиранта. И вот сейчас вот оканчивается пятый год в обучении, и он установленный срок представил диссертацию. Ну, я считаю, это одно же из достижений аспиранта. Если вспомним недавнее выступление нашего президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге, где обсуждалась проблема высшей школы, то там было президентом озвучено, что 15% у нас аспирантов находят защиту. И президент удивился. Ну как тратится средства на медицину? Ну вот, Андрей Юрьевич мог бы считать, что он попал в число 15%. Ну, конечно, работа, которую он сделал за время обучения, она актуальна, не вызывает сомнений. Действительно, рынок определил тему его работы, возрос спрос на крупные барьеры и там диаметр до 600 миллиметров, то есть трудотипомировка любит сплав. Эти крупки используются как заготовки для изготовления деталей ответственного значения в области устроения авиационной техники, ракетно-космической техники. Как вот вопрос вот, не прозвучал, почему название диссертации ответственного значения. Ну, вот я пояснил. Ну, о диссертации я, наверное, не буду рассказывать, по-моему, все подробно рассказали, это и вопросы были, ответы отражено. Поэтому хочу сказать, что диссертация, она полностью соответствует научной специальности 05.02, 09 по пункту 1.3. Вот, результаты диссертации вот, выполнены в той области техники, где вот, изучается пластическое деформирование материала, с целью получения изделия требуемого качества, которое показывает данная работа. Ну, диссертация, она полностью отвечает требованиям ВАК, положению о присуждении ученых степеней. И, ну, я считаю, что Андрей Юрьевич – это уже состоявшийся научный работник, и поэтому считаю, что Андрей Юрьевич достоин присуждения ученой степени кандидата физического. Спасибо, Владимир Владимирович. Хорошо. Так. Ярослав Александрович, тебе слово для зачтения отзыва ведущей организации и обзора обзора. Отзыв ведущей организации открытого акционерного общества Российский институт легких сплавов. Дисциплинарная работа Дрябина Андрея Юрьевича. В отзыве отмечены актуальные дисциплинарные работы. Так как дисциплинарная работа направлена на совершенствование международного фестиваля «Кохпу» на год в мире. Наиболее значимый результат работы обладающей научной анализой. Первое. Установлена закономерность распределения интенсивности напряжения и деформации, как в обменячке деформации, так и на выходе из них. Выявлена новая закономерность изменения температурной материализации и фестивания крупноголовейных крупов. Третье. В заключительной стадии прессования проведен анализ формирования центральной пресс-структуры. Четвертое. Впервые получены зависимости, связывающие точками пресс-остатка с основными факторами процесса. Все разработанные автомодели доведены до числового и графического представления и там применение программных форм и большей части подтверждены экспериментами. Результаты базируются на применении основных положений механики сложных клеток в уровне прессования. Теоретическая ценность работы определяется научным обоснованием выбора основных технологических параметров горения прямого приставания и крупногабаритных крупных кубков. Практическая значимость работы определяется возможностью изготовления прямых приставаний крупногабаритных крупных кубков из трудно сформированных алюминиевых сплавов и малых кубков. Разработка стандартов предприятий, верхних уровней поставки крупногабаритных кубков. Результаты работы рекомендуется использовать для крупных предприятий.
Текст использует громоздкие предложения, затрудняющие понимание суть излагаемого материала. Модели, представленных в уравнении регрессии, недосмотренности, возможные взаимосвязи влияния факторов x1 и x3, или они не знают, имеют отдельные неточность в оформлении работы. В основе работы лежат категории численного моделирования, при этом используют программно-формовую формулу 1, назначенную для решения плоской задачи. Мы не используем программно-формовую формулу 1 для решения объема. Заключение. Вышеуказанные замечания по работе не снижают, только положительный ответ на диссертацию. Диссертация является завершенной научно-конституционной работой, обладающей целостностью и внутренним единством, в которой изложены новые научно-обоснованные технологические решения по доставанию крупногабаритных кубков из высокорегированных алюминиевых кубков, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны по соответствию пункту 9 положения присуждения ученых степеней. Вышеизложенные дают основания считать, что кандидатская диссертация Андрея Юрьевича Делянина выполнена на актуальной цели, содержит значимые конкретные производства результаты и соответствует требованиям положения присуждения ученой степени. Ее автор Делянин Андрей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук, специалист на 5 минут технологии и машинообработки давления. Значит, на автореферат поступило 11 отзывов от различных организаций. Все отзывы являются положительными. Отмечено, что недостатки не являются определяющими, носят дискуссионный характер и в целом не снижают высокой оценки работы. Также сделано заключение о возможности присуждения. Делянин Андрей Юрьевич, ученый степени, кандидат технических наук по специальности предприятия информатии, технологии машинообработки данных. Обзор отзывов на автореферат есть в достаточном материале, поэтому предлагаю их взять. Хорошо, согласимся. Пожалуйста, Андрей Юрьевич, коротко ответ на замечание ведущей организации. Если есть замечания, если есть, да, ответ. Если вы согласны, то согласны. Продолжение следует...
отвечает критериям положения о присуждении ученых степеней. Деревин Андрей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-02-09 технология машины обработки металла. Спасибо. Отзыв, значит, Ольга Григорьевна Николаевна зачитается, в общем, считает. Ярослав Александрович, пожалуйста. В отзыве остального оппонента Логинова Юрия Николаевича отмечено. Актуальность дисциплинарной работы, которая определяется тем, что при изготовлении крупногабаритных крупных на отечественных приставах оптимальным решением является переход на приставание с минимально возможными значениями вымышек. Научная новизна заключается в разработке закономерности распределения пластинистых напряжений и деформации температурных полей как во время этих деформаций, так и на выходе из них, а также математических моделей, отражающих влияние температуры на объем заготовки, выпуски, скорости приставания, температуры, потенциальное напряжение, скоростей и параметров. Значимым для науки представляются математические модели, позволяющие выбрать основные технологические параметры и постановку состава при прямом приставании крупных габаритных круглых кубков в диапазоне выпуска от 2 до 10. Практическая тенденция этапа состоит в промышленной реализации на ауатоме СМЗ технологии прямого приставания и смазки крупногабаритных крупных кубков с трансформированием алюминиевых плавов. То есть плоской матрицы и последующей технической обработки. Разработан стандарт предприятий и технических условий на поставку крупногабаритных кубков из различных алюминиевых плавов. Достоверность и обоснованность полученных результатов базируется на применении основных положений механики сплошных плит и теории приставок, а также современного программного комплекса «Электронный вариант». Диссертация соответствует пунктам 1 и пункту 3 паспорта специальности 05-02-09 «Технологии и машины обработки давления». Замечания по диссертации аспирату имеются в раздаточных материалах, поэтому я их зачитывать не буду, сразу перейду к заключению. Указано, что отмеченные замечания носят частный характер и влияют на общую положительную оценку диссертации. Работа является законченной, научно-квалификационной, выполненной на актуальную для промышленности цель, имеющую научную и практическую значимость внутреннего единства. Из изложенного следует, что диссертация совершенствования технологии поставания крупногабаритных кубков ответственного назначения с трудно сформированным полимерным сплавом соответствует требованиям председательства диссертации, а ее автор Теревин Андрей Юрьевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-09 технологии машинной обработки давления. Спасибо. Так, чудесно. Ну что, Андрей Юрьевич, пожалуйста, есть ответы на замечание оппонента. Прожа, проходи, скажи. С большинством замечаний я согласен. Некоторые замечания, которые были озвучены, они просто не рассматривались в рамках данной работы, но они, конечно, не стоят. Что сейчас вклад данной работы? Спасибо. Да, хорошо, спасибо, присаживайтесь. Переходим к дискуссии. Пожалуйста, кто хотел бы выступить? Александр Михеев, Владимир Александрович. Поэтому здесь нужно было практически создать овощ науки. Может быть, по теории адаптировать.
параметрам. Ну и в то же время эти две регрессии, которые он сделал, тоже они очень важны. Это определило весомость факторов. Там на последнем цепле с утяжением, где можно было получить данные неплохие для того, чтобы рекомендовать. И это экономичность, во-первых. То есть при сутяжении входит подход. В итоге работа положена, сложилась. Ответы были достаточно адекватные на наши вопросы. Поэтому я думаю, что все-таки мы поддержим, наверное, эту работу. Я лично буду голосовать за. И в дальнейшем перспективе он уже будет уже быть в другом статусе на производстве. Это даст ему определенную широту. И, во-первых, и отношение к самой работе. Взгляд ученых нужен. Да? Хорошо, спасибо. Владимир Александрович, пожалуйста, кто еще хотел бы выступить? Да, профессор Моисеев, Виктор Кузьмич, пожалуйста. Ну, работа производит, конечно, очень такое сильное впечатление, как по объему работы особенно. Она производит такое колоссальное количество исследований, но прежде всего, конечно, моделирование. Результат получен мой. Жаль, конечно, нет аналитической части, и в аналитической части, прежде всего, пригодились для подключения. Конечно, метод моделирования, конечно, тоже есть, но вот отдельно не спрограммировал диссертанты, и не списал, я их не видел, как в рукой зал. Как вот на этом акцент не вызвал в работе. Но зато вот этот вот большой объем конечных методов моделирования и экспериментальных исследований делает работу очень весомой и ценной. Вплоть до того, что стандарт предприятия разработаны, технические условия, это очень тоже мощная такая поддержка силы этой самой работы. Что меня ввело в некоторые смущения, и хорошо бы, чтобы диссертант развеял мои сомнения, это то, что вот таблица 1 в авторе 1, потом сейчас на 11 слайде и в некоторых других слайдах прослеживается такая нестандартная, что ли, тенденция. Мы привыкли, что между сигмой временной и сигмой текучести, чем больше разница, тем больше пластичность. У него наоборот. Разница между сигмой текучести и сигмой временной растет, а пластичность падает. Вот это как настораживает. То ли здесь тщательность испытаний утеряна, то ли это какое-то такое необычное явление, которое требует объяснений, а их нет. Но в целом работа, ну, замечательно, что можно делать по любой работе, я думаю, что стоит над этим тоже будет задуматься диссертант. А в целом, конечно, работа соответствует публикации, апробации. И я поддерживаю мнение оппонентов и вызываю второй зал. Да, спасибо, Виктор Кузьмич. Пожалуйста, наш профессор Попов и Петрович поднимем. Пожалуйста. Пытались выяснить, какие же оптимальные характеристики нужны.
для того, чтобы получить высокие показатели, готовные подписки, человек начнет предпринимать. Такие факторы, которые в основном данной темы по мере возможности будет дальше.
присаживайтесь. Так, мы с вами выбираем счетную комиссию. Я думаю, давайте кандидатуру менять не будем, они зарекомендовали себя хорошо. Это профессор Михей Александрович, это профессор Нечитаев Александр Анатольевич и профессор Сидельников Андрей Валерьевич. Пожалуйста, прошу счетную комиссию приступить к подготовке бюллетеней, оставить в зале только членов Сертонного совета, остальных прошу пока прогуляться. Так, уважаемые коллеги, слово представляется тому же председателю счетной комиссии профессору Михееву. Протокол номер один, да? Мне два, заседание счетной комиссии, да, заседание года, от 8 июня 2018 года состав там на комиссии тоже главный, как Михеев, Пустотаевский, Спутельников. Комиссия избрана для подсчета голосов председателя голосования по вопросу присуждения директора Андрея Юрьевича, ученой степени кандидата технических наук. Состав дисциплинарного совета утвержден комиссии по 33 человек. На период весенний вопрос представитель работников. Присутствовало на заседании 20 членов совета, в том числе директоров наук по профилю, 7, розданы бюллетени 20, осталось не розданных 3, оказалось в ордене бюллетени 20. Результаты голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата технических наук директора Андрея Юрьевича. За 20, против нет, никого, недействительных нет. Председатель Михеев, член комиссии, Нечитаева Сергеевна. Спасибо. Прошу утвердить протокол счетной комиссии. За, против, воздержавшийся, нет, единогласно. Чудесно. Андрей Юрьевич, поздравляю с успешной защитой, с успешным голосованием и присуждением с помощью этого ученой степени кандидата технических наук.